И начинаем выпуск с новостей сельских поселений. Проблема качественной питьевой воды теперь решена и в Соголево. Сегодня здесь запустили станцию обезжелезивания. О чистой воде в Соголево только мечтали. Казалось, мутная вода и рыжая от ржавчины посуда будет всегда. Вода ужасная. Я говорю, вот наливаешь ванну, дна не видно, муть. И кастрюли все, ну, ржавая, все, чайник там от, каждую неделю откалываешь. Но сегодня ситуация кардинально поменялась. По губернаторской программе «Чистая вода» в Соголево запустили станцию обезжелезивания. Мобильный блок установили на окраине деревни. До этого на месте пробурили скважины в 120 метров глубиной. Теперь воду от вредных примесей очищают мощные фильтры «Аквафор». Перемены коснулись 1500 человек. Мы мечтали, чтобы... Процесс пошел, но окончательный результат будет виден через неделю после пуска наладочных работ. До конца года чистая вода добежит до деревень Захарова, Аксенова, а также Высоковска. Таким образом, губернаторская программа «Чистая вода в нашем округе» будет реализована.